Лаборатория моего отца. Трудно представить, каким он был на самом деле. Это похоже на прогулку с его призраком по прошлому, которого у нас никогда не было. С тех пор, как я потерял мою любимую Женю, все время пытаюсь найти оправдание тому, что я до сих пор жив. Ее жертва должна что-то значить, иначе я не перенесу этой трагедии. Я узнал Жеми, когда она была моей студенткой. Она была одной из лучших. Было очевидно, что она неординарная личность. Я поверил в нее с самого начала. Жеми была активисткой. Она знала, что правительство умалчивает о проблемах с окружающей средой. Она хотела поставить все на свои места, любой ценой. Жеми убедила меня принять участие в борьбе. Мы знали, что это опасно, но мы были молоды и считали, что несокрушимы. К несчастью, я потерял ее. Мы никогда не покидали город, но нам нужны были доказательства. Они называли это карантинная зона. Это была одна из зараженных зон. Тайна, которую правительству с легкостью удавалось скрывать. Мы знали, что путешествие в зону заклеймит нас как врагов государства, но были уверены, что готовы иметь дело с последствиями нашего поступка. Но то, что случилось потом, было ужаснее всего, что мы могли себе представить. По дороге в зону Жеми порезала ногу. Рана была заражена практически сразу. Я никогда не видел ничего подобного. Она умирала у меня на руках, а я ничего не мог сделать, чтобы спасти ее. Все, что я мог сделать для нее, это прекратить ее мучения. Мир за пределами атмосферного очистного комплекса заражен. Если ничего не будет сделано, мы все погибнем. Смерть Жеми не должна быть бесполезной. Я уничтожу этот кошмар, который убил ее, а ее брат мне поможет. Он потерял ее так же, как я, Жеми Хосигава. В девичестве Жеми Кер, сестра Кера. Шинатама была права. Кер работал с моим отцом, но над чем? Ты действительно ничего не знаешь? Расскажи мне. Сейчас не время для вопросов, милашка. Вот тут интересный плакат. Что бы это все значило? Какие-то формулы? Большой какой-то человекоподобный организм плюс маленький равно какой-то тощий организм? Мы это потом узнаем. Тут что? Тут тоже какие-то формулы. И нам драться нужно с Муро. В самом деле он весьма опасен. Его нельзя близко подпускать, потому что он вот так вот делает. И перехватывает инициативу. И тогда еще только начало уровня. Здесь нельзя терять здоровье. Так, тут дверка в лабораторию закрылась. Так, эти ребята исчезли. Канока! Сюда! Вон там Шинатама, но... Ай, не... Блин. Убежал. Если
их всех убить, не дав им сбежать. Это будет пасхалка. И я хочу эту пасхалку все-таки показать, поэтому загружусь. Ох ты! Прикатывайся, а не бей. Да, это самый вот сложный уровень, так как лечения здесь мало. С самого начала босс кучу здоровья отнимает. Ох. Эх, я опять не смог его поймать. Ну, что ж. Я все-таки это сделаю. Убежал опять. Эх, ну ладно. Видимо, не судьба. Придется тогда просто рассказать. У Кнока и у всех врагов ГБА станет просто огромной. Прямо как чибики станут. И это, конечно, выглядит прикольно. Но драться, когда голова главной героини занимает треть экрана, становится просто невозможно. Вот тут ниндзя, которые постоянно под невидимостью. Странно, мне обычно этих малышей удавалось очень хорошо убивать всегда. Следуй за мной. Где это там следуй за тобой? В
Да. Так, ну я не пойду за тобой. О! И там еще бегают. Сейчас, да? Да. Ничего, здесь мало бата. Она была слабачкой. Нет, это вы слишком сильная. Ну что ж. Вот это все, пожалуй, не буду даже пытаться. Никаких пасхалок найти. Просто буду экономить здоровье. Вы, ребята, нате вам, нате, нате. Убегайте, убегайте. Так, и ниндзю надо выманить. Где он там? Ага. Лучше с ним драться у стеночки. Все-таки... Так проще следить, куда он там упал. О, второй прибежал. Вот, если его в угол зажать, то ему невидимость не поможет. Но он активно выбирается. Так. Что ж, теперь две вот этих... боевых дамочки. Следуй за мной. Ага. Ну, пока следовать за тобой я не стану. Посмотрю на твою увеличенную копию. И подберу патроны. Опа-опа-опа. Давай, спускайся ко мне. Разделяй и бей, как говорил Александр Македонский. Или как-то он по-другому говорил. Ох ты. Чувак, у них нету
Здесь вот тоже нет уличивок. Сюда, да! Сюда, это куда? О, это то, о чем я думаю. Ты только расстроишься. Ты лгал мне. Я говорил тебе только то, что ты должна знать. Ты использовал меня. Я делал свою работу. Что было бы хорошего в том, если бы я рассказал тебе все? Мне хана. Ой-ой-ой. Где-то здесь невидимость. Давайте. Львиная лапа. Так, минус один. Минус второй. Это единственный уровень, где имеет смысл шокер заряжать. Потому что другого оружия просто нет. Фух, ну... Это на самом деле босс весьма сильный, но... Так как у меня шокер. Так. Тут нельзя выскочить. Ты чё не упал? Падай. Ну и нужно пониже пригнуться, чтобы эти лучи не попали. Странная, конечно, сигнализация. Вот тут что за щупальца? Или это трубы? Ну, ладно. Это типа скример был. Но вот скример пострашнее. Привет, Май. Что? Май Хосигава. Ведь это твое имя, правда? Я не уверена, кто я. Ну хорошо. Позволь мне помочь тебе. Государственная охрана. Пешка TCTF. Убийца. Говорит о чем-нибудь? Оставь меня в покое. Я не могу сделать этого. Ты тайный агент. У меня приказ схватить тебя. И она под действием сверхмощи. Поэтому надо просто от нее убегать. Опа-опа. Пока действие не закончится. Сейчас она все равно неуязвима. Оп. Уже почти перестало светиться. В принципе, могу и я врубить сверхмощь. Но она тоже очень хорошо убегает. И я под какие-то ванидзе нужно подлавливать. Опа. Ух ты, получилось. И тут еще опасность, что если какой-нибудь крутой прием используется, не всегда можно быстро сказать, кто именно его применил. Ах.
Ого. Ладно. Что-то я неожиданно легко с ней справился. Ну что ж, спасибо за просмотр. Всем пока.